Дорогие друзья, доброго времени суток, меня зовут Гудмен, и мы продолжаем проходить антиквар завещания. Итак, в прошлый раз все было очень и очень разумно и интересно, мне понравилось в целом то, что предложил разработчик, но давайте посмотрим, что же будет во второй части, и все так же будет замечательно или нет. Вообще надо было посмотреть мне, точнее посмотрим, друзья, на количество сцен поиска, сколько их осталось, и в принципе даже поэтому можно будет определить, насколько разработчик серьезно подошел вот к этому правильному распределению, потому что знаете, как часто бывает, в первых там 10 локациях там 5 сцен поиска, а в последних 20 там 25. Ох, какая-то головоломка, по-моему, чего-то не хватает. Эти емкости нужно заполнить водой. То есть надо какой-то интересный размер. Вообще я люблю такие головоломки с весами, но у нас пока чего-то не хватает. Так, карта. Мы находимся здесь, я все нашел. Зеркало кусочка одного не хватает, по-моему. Тут ничего не берется. Тут тоже пусто. Вентиль гидранта. А здесь мы уже тоже были. И здесь может какие-то даже... Давайте проверим, кстати. Тут что-то осталось или нет? А, у меня только на кухню. Ну, вообще-то это не гидрант, а крана. Нет. Гидрант. Это, как правило, для пожарников вот это вот стоит. О, как это назвать даже? Не знаю правильно, как это простыми словами объяснить. Но, в общем, оттуда пожарники качают воду и поливают. Точнее, поливают, тушат пожар. А здесь, наверное, обычный кран. Ага. Может, ладно, в другом месте. Так, хорошо, тут мы сделали. Теперь решим пазл. Правда, не знаю, зачем мне это. Хорошо, сбалансируйте весы, перемещая жидкость между сосудами. То есть... А что тут сложного? Отливаем сюда, налив... А, ну да, ну да. Надо по 4 сделать. Надо сделать по 4. Давайте нальем сюда. Здесь один. Не, здесь два. Я что-то не так сделал. Нальем сюда. Да, останется... Нет. Тут останется 1 литр. Тут 5. Правильно? Правильно. Тут 2, тут 3, тут 3. А что я сделал? Смысл в этом никакого не было. Можно обратно перелить. А, ничего я толком не сделал. Смотрите, сюда надо долить 4 литра. Правильно? Правильно. Сейчас я перелью. Здесь будет 3. В принципе, без разницы. Давайте нальем сюда. Здесь 4 литра и здесь 4. Сейчас будет все. Так, кусочек зеркала. Ага, вот что там пряталось-то. Теперь сюда. Так, еще один пазл. Нажимайте на осколки и восстановите отражение Эштона. Ага. Ну, раз Эштона, значит, должен быть мужик нарисован. Вот и будем сейчас подбирать все под этого мужика.
Вполне, кстати, разумный. Я в прошлый раз про это говорил. Мне понравилось поведение этого второстепенного персонажа. На удивление, очень здраво рассуждал. Посмотрим, как будет дальше. Так. Alexandra, this house was trying to kill me. There are a lot of supernatural objects in this world, and this house is one of them. After its owner, Richard Moore, died, it came to life and wanted a new master. Your brother found Moore's will, and the house finally found what it was looking for. A will? So that's why Michael was acting weird. What's going to happen to my brother and Lily? I can help them. I have an item that can fix everything. It's just broken at the moment. I need to get to the city to fix it. Ну, вообще, этот парень, по-моему, неплохо с техникой разбирается. Возможно, он нам поможет. You know how to save my brother and Lily. Let's get to it. I'll help you. Угу. Нас не выпускают. Ты останешься здесь. Take this. It might come in handy. Thanks. I bet it will. Вообще, голоса громче можно сделать. Как-то тихо очень. Не знаю, как вам слышно, мне даже так не очень. Что ты нам дал? Керосин. Вау, да ты жесткий. Ты очень жесткий. Керосиновая горелка. Ну что, сразу будем использовать? Вот так вот, что у Эштона. Видели, в кармане лежит. Керосиновая, ой, керосиновая. Целое это. Пинта керосина. Так, в этот раз он уже, смотрите, не уступает нам. Помните, в прошлый раз ты первая. Тут уже выскочил. Молодец. Quick, let's go after him. Да куда ты побежал? Эштон не оставит своего брата в беде, я постараюсь ему помочь. Ох, не спешите, не спешите, ребята. Все у вас впереди. Так. Это хорошо. И где-то что-то еще должно быть. Так, рукоятка тисков. Здесь замок. А вот, кстати, и отсюда. Вот, вот это гидрант. Прицепим шланг. Не знаю, правда, зачем его цеплять. А, чтобы сбить. Ну, кстати, даже лучше, чем было нарисовано. Точно вот в это вот. В эту лесенку попал. Так, хорошо. Нету одной коллекционки кусочка пазла. Где-то здесь должен быть кусочек пазла. Давайте смотреть. Потому что я морфинг взял и взял пластинку. Пластинка это не морфинг. Пластинка это коллекционка. И где-то кусочек пазла на картине должен быть. Вот в оранжерею заплетен ползучими лианами. Мне понадобится острый инструмент. У нас таких не имеется в наличии. Это я пока не наблюдаю. Так, фигурка дедушки. Лампочка. Надо кусочек замка. Наверное, все. Так, что здесь? Серп. Можно уйти. Так, как отсюда уйти? И давайте серпом вот здесь немножко. А вон, кстати, кусочек пазла сверху. Итак, итак. Сцена поиска по списку. Польем горшочек, нет. А, вон что-то высохло. Давайте. Вы какие-то издеваетесь надо мной. Да что это такое? Фонарик, вазон, красный цветок. Чем же вас... Ага. Вот оно как. Столько действий ради одного. Ага, вот тут надо полить точно цветочки.
Вот красненький цветок, и остался вазон. Все, стандартный поиск. Богомол, перчатки, стрекоза и книги. Ни одного, ни второго не вижу. А вон, кстати, может, это книги? Нет, это не... А вон табличка. Вот стрекоза. Так, книги, ключ, улитка. Ключ, вот. Такая музыка какая-то, знаете, как будто заигрывают с нами. Улитка и книги. Слушайте, а где эти книги, блин? В книгах вроде бы ничего сложного нету. А вон книги. Так, звезда, шляпа и сито. И что нам дадут? Фонарик без лампочки. Ну, это норма. Лампочку-то мы подобрали до этого. Так, значит... Обычно разбирают, потом что-то это. Ну, здесь немножко проще ситуация. Давайте проверим коллекционку. Коллекционку мы нашли, значит, можно пойти дальше. У нас есть фонарик, и мы ничего не боимся. Так, лабиринт. Ну, как всегда. Тупик. Так, это следы Эштона, я на правильном пути. Ну так естественно. Вопрос, куда он пошел, вверх или вниз, я не знаю. Значит, вниз, наверное. Готов. Вообще очень сложно в таких играх полновесный лабиринт увидеть. Эмоции. Из-за тебя не очень. Слушайте, она как судья такая, знаете, да, все хорошо. I'm sorry. It's all my fault. I shouldn't have, but I couldn't just watch my brother like that. I had to do something. Эштон, I understand. I promise we'll help Michael out. But first we need to get out of here. Только я его, друзья, нахвалил, что он такой замечательный. А вот он сразу и облажался. Так, нас отсюда не выпускают. Ну, значит, будем копать здесь. Здесь явно нужна лопатка. Лопата вот. Что здесь? Фигурка какая-то. Давайте покопаемся. Пылюги-то сколько? Так, отличная форма. Ну, эти ребята, скорее всего, отсюда. Вот так совпало, слушайте, интересно. По счастливой случайности у нас оказался рядом и эмблема ангела. Так, а тебе надо, наверное, какая-нибудь арфа, я так полагаю. Вот, как будто вот струны перебирает, знаете, вот выглядит так. Сцена поиска? Ну, что-то вроде этого. Так, что-то круглое надо найти. Ага. И так... Два предмета где-то спрятаны опять. Какая изящная брошь. Должно быть, она была любимым украшением матери Мура, или мне показалось? Дорогой Бертран Мур, пусть наша дружба никогда не ржавеет. Дорогой Эммет Мур, хороших людей найти сложно, но нам повезло встретиться. Так, еще какая-то брошь. Специфически надо как-то ее выделять. В кошелечке что-то? Нет, не в кошелечке. Тут осталось-то только два предмета вроде бы. Я уже все и обсмотрел, и почему-то ничего не выбирается.
Ладно, давайте, может, немножко разгребемся. Потом что-то еще поищем. Ладно, свисток. Невидимка? Интересно, а как найти невидимку можно? Полумесяц я видел. Карандаш, вот он. Ключ, табакерка, заколка. Еще ожерелье. Пуговицы нет. Вот это, кстати, случаем. Нет. Ожерелье. Так. Табакерка вот. Табакерка это, наверное, да, можно не считать табакеркой. Эта брошь настоящий антиквариат. Бабушка Мура явно дорожила ею. Это не брошь? Нет, это не брошь. Пуговица, кольцо, лошадь или конь, заколка, табакерка. Кошелька. А, кошелек есть. Перчаток нету, ожерелье. Слушайте, тут так мало. А вон, кстати, какая-то еще, смотрите, есть штука. Вот еще. А вот ожерелье. И вот ожерелье. И конь. И часы. Ага. Захотели. Так, ну, осталась заколка. Может, где-то у дам в волосах что-то найти. Вряд ли у мужиков. Вот вообще лысый. Так, фигурка прадедушки. Угу. Это, видимо, последний для сундука элемент. 7 из 26. То есть еще 19 цен поиска. Мы прошли примерно половину игры. Можно откинуть 8 на бонусную главу. В прошлый раз было именно так. Но если бы они сделают 6, будет замечательно. Если привести к 20, еще 13 цен поиска. Ну, немножко перебор. Но не так критично, как возможно будет в бонусной главе. Ой, в бонусной главе, в прошлой части. Правильно расставьте портреты персонажей в соответствии с именами и формой рам. Так. Ах ты ж, блин, я неправильно сделал. Ай, ладно. В принципе, не очень сложная загадка. Муры обосновались в Америке более века назад. Рой Мур купил участок земли на окраине Нетвилла почти за бесценок, а на последние деньги построил дом и наполнил его любовью. Все члены семьи полюбили этот дом так сильно, что дом начал отвечать взаимностью на их чувства. Незримо дом помогал Мурам. В детстве будущий отец Ричарда, Эмма, таинственным образом отправился от болезни. Все семена, посаженные возле дома, давали хороший урожай. Ураганы и наводнения обходили поместье стороной. Все муры верили, что их дом – живое существо, которое заботится о них так же, как они заботятся о нем. Без комментариев. Let me get it. Michael and I grew up on a farm, so I'm used to it. Отлично. Вот за что вот это такой, знаете, такой маленький плюс в карму этой серии разработчикам, что они стараются немножко какого-то реализма принести в серию. Я в прошлой части это отмечал, когда, помните, мы перебирались через пропасть, и надо было спилить дерево бензопилой. Это сделал другой человек, то есть явно, что девушка не очень хорошо в плане даже, как, ну, это как-то физически сможет управиться бензопилой, сделал это мужчина. Здесь тоже такие вот элементы, не первый раз уже делает все мужчина. На мой взгляд, это очень правильно, потому что как
не посмотришь практически любую игру в этом жанре, так женщины просто такие умелицы, да, в принципе, любые главные герои. Uncle Paul, it's not the camera. The house is the main artifact. But I can't neutralize it because the keeper's device is broken. You have to get back to the shop to repair it. And fast. I'll go to Netville and try to slow down the disaster. Вот это интересно. То есть тут даже дядя, понимаете, в этом деле участвует. It's the only place I can fix the device. Well, I can't leave my brother, so I'll stay here. You can take my bike. It's in the backyard. I just need some time to start it. Something happened to it when Michael attacked me. Okay, thanks. I'll look for a way to open the gate while you check on the bike. Так, ну опять же, все вменяемо, все логично, все красиво. Не могу здесь кого-то в чем-то упрекнуть. Так, остался морфинг. Вон, птичка там что-то меняется. Так, белочка злая, видно, нам ничем не поделится, ни орешком, ни чем-то еще. Так, корни не дают нам достать, но у нас есть вот такая вот штука. У нас есть шишка. Неужели белочке будет шишки достаточно? Не орешек, а шишка. Ну, какая белка несмышленая. В фонтане лежит что-то интересное. Здесь нужен дельфин. У нас есть форма дельфина. Здесь нужен... тиски здесь не помогут. Здесь надо какой-нибудь ключ гаечный по возможности. Вообще у нас есть кодовый ролик, но мы-то не знаем пароля, в принципе, тоже. Не сильно поможет. Может, где-то что-то проходило, или там какая-то подсказка будет косвенная. Давайте вернемся назад. А можно без семейного склепа вернуться назад? Так, где там карта наша? Вот задний двор. Вот что мне надо. Так, где это я видел? Вот здесь. А, так он уже открыт. Клавиша одна из двух. Не выход с положения. Повторная сцена поиска. Да. Ну... не по списку, немножко другая. Я всегда немножко к этому более лояльно отношусь, если честно. По списку, наверное, самый такой неприхотливый поиск, если честно. Так, мышь. Что-то еще не хватает. Так, отлично. Лопаткой какой покопаться. Так, болторез еще где-то есть. Топ. Это что, шланг? А какое отношение шланг может к чему-то вообще тут? Да, пока непонятно, честно, куда мне шланг прицепить, чтобы что-то отобразилось. Ладно, давайте искать дальше. Может, что-то разгребу и будет... А, так уже и конец, слушайте. Я только начал вроде бы. Ладненько, ладненько. Так, здесь все. А куда ж мне этот шланг-то задербанить? А, полить что-то типа имеется в виду. Так, теперь надо ржавчину удалить. Волшебная сила масла. Окей. Так, мы взяли болторез. Болторез штука хорошая. По идее, можно даже покрутить колодец.
Ну, болторез обычно более грубая. Более грубый инструмент, да, мне подходит. Хотя вот мне хотелось. Замок можно поломать. Где-то был замок, где-то был замок. На сарае был замок, болторезом вполне можно с ним справиться. Вообще, в теории, конечно, и винт тоже можно открутить, но там скорее что-то поломаешь, чем открутишь. Он такой грубый довольно-таки, довольно грубая штука. Authorities have been evacuating the city's residents. The damage area is expanding. Save yourself and your families. Я топчусь на место, время уходит. Вообще странно как-то. Сфотографировали там, дом находится в другом месте, а зона увеличивается. Ну, блин, странно все это, если честно. В принципе, я рад, честно, что это все так не очень логично. Вот именно артефакты, я много играю в RPG-игры, всяких квестов. Квесты различные, такие фэнтезийные артефакты. Там это, знаете, это как хлеб насущный. Вот, и артефакт априори не должен быть простым. Он должен быть таким вычурным в плане не названия, а в плане какого-то использования, его каких-то вот внутренних свойств и последствий, которые он вызывает. То есть он должен быть странным во всех отношениях. Здесь это разработчик очень умело использует. Расплавить металл. То есть, наверное, форму можно здесь этого дельфина сделать, мне так кажется. Так, фото кабинета, кстати. А что это за кабинет? У нас его нету даже близко нигде. Так, гаечный ключ. Можно пойти туда. Мы знаем, куда. Так, здесь чего-то явно не хватает. Это плитки. Можно выйти уже отсюда, наверное. Давайте выйдем. Вводим фонтан, попробуем починить. Там был какой-то ключ, по-моему. Что-то еще, наверное, клавиша лежала. Еще одна. Да, там клавиша, замечательно. Так, ну и дельфина надо отлить. Форма у нас есть, мы уже ее использовали, осталось только найти металл. Так. Понятно. Восстанавливаем... Что, у меня что-то сегодня вообще язык заплетается, друзья. Восстанавливаем орнамент. Главное начать... Вряд ли. Так, это мы сделали. Дальше. Может быть так. И может быть так. Потом. Ой, что это я? Не туда. Тут что-то ясно косячил, стойте. Что я тут наделал? Что-то я перепутал здесь. Вот. Все неправильно. Вообще не угадал. Так, мы взяли масленку.
И у нас есть ключ от электропанели. Так, здесь нужно ведро. Что у нас в подвале осталось? По-моему, здесь только львиная голова. И это все. Я ничего больше не... Кстати, там сцена поиска может появиться. Надо про это не забывать. Там, наверное, когда будет у нас голова льва, мы тогда сцену поиска еще словим там. Надо про это помнить, потому что сцены поиска на нашей сложности не видны. Опять по силуэтам. Ну ладно, будем пробовать. Так, что у нас тут? Ясно. Ну, любят такой разработчики эти делать. Так, последнее осталось. Какой-то горшочек. Так, и где-то орехи надо расколоть. Тут что-то только что было. Ага, теперь надо найти орехи. Их сюда. Так, ну а теперь можно приступить к обычному делу. Пила, очки, гитара. Так, пилы пока не вижу. Банки в ящике, вентилятор, мячик. Но это не мячик. Жать даже не буду. А вон мячик. Так, инструменты. Слитоколова. Слитоколова, кстати, вот что нам надо. 100%. И инструменты. Где-то здесь какие-то инструменты валяются. Может, вот это снизу инструменты? Нет. Лук, грузовик и секатор. Но это не секатор. А, это инструменты. Секатор, он такой помасштабнее. Вообще, секатор двумя руками. Если хороший секатор, большой, настоящий, он двумя руками все это в руки берется. Это очень часто в этих играх нам показывают секатор такой, знаете, маленький. Как будто одной рукой. У меня есть такой тоже, в принципе. Вот, одноручный такой. Но там надо, чтобы хорошо пальцы подкачаны были, потому что так просто ты ничего не сделаешь. Так, лук. Лук, 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 лук. Может, вот это лук? Так, слитоколова. Так, дельфина нашли. Давайте еще раз пробежимся по неизвестным. Так, плитки у нас нет. У нас есть ключик от электроящика. Я даже не знаю, что за электроящик. Металлическая пломба. Ну, вообще, что-то маленькое, тоненькое надо. Типа, не знаю, чем даже, в принципе, это отнять. Повторите последовательность включения водяных струй. Ой, ошибся. Сейчас сцена поиска будет. Нет, не работает. Удивительно. Ну, можно так. Обычно до применения предмета используют, а не после. Но бывает и наоборот. Так, ну пока будем такие стандартные предметы искать.
Так, это что такое? Вот не хочу я пока мучиться. Так. Моя дорогая Эмили, я очень рада, что у тебя родился мальчик. Надеюсь, он будет таким же талантливым, как и его отец. Я считаю, что имя Ричард прекрасно подходит для человека с многообещающим будущим. Любящая тебя мама Валери. За отвагу. Плитка плотника. Так, ну тут все получается. Ведра у нас по-прежнему нету. Кстати, по-моему, я в прошлый раз заметил, можно было с ним пообщаться. Нет, не буду мешать, пишет. А вот, кстати, это, слушайте, электроящик, я про него и забыл. Шестеренка пропала. Это не отсюда, нет? И это не отсюда. А это что у нас? Кислота. Здесь должен быть аккумулятор. Кислотой давайте пломбу, потом возьмем аккумулятор отсюда. Разряженный, главное, что. То есть надо что-то делать с ним. Разряженный аккумулятор. А, еще плитка надо. Так уже не две. Еще не две плитки, одна плитка осталась. Где-то надо шестерню, друзья, использовать. Где-то надо шестерню использовать. Тогда у нас что-то появится. Я вот что боюсь в эту часть играть, потому что... Кто смотрел полностью и знает всю историю второй части, я словил интересный баг, не взял один предмет на одной подлокации, и она закрылась. То есть я как-то в своей какой-то последовательности все это решал. И в итоге она закрылась. И предмет взять было невозможно, пришлось начинать сначала. Вот не хочется мне здесь что-то похожее увидеть. Надеюсь, всего этого не будет и удастся избежать. Хоть бы в доме что-то еще осталось. Хотя, по-моему, мы тут все поделали. Но где-то явно надо шестерню использовать, потому что... Слушайте, а может шестерню использовать на этом? На колодце? Это глупо, конечно. Да. Это глупо, но, видите, здесь это сработало. Так, еще раз проверяем все локации. Все мы нашли. Останется у нас еще какая-то одна под, и будет следующий пак локаций. Нам наверх, плитка в кабинете. Там будет какой-то пазл. Так, с помощью стрелок проведите кузнеца и плотника сначала к их инструментам, а затем к их рабочим местам. Их движение взаимосвязано, пока они не натолкнутся на препятствия. Плотник и кузнец. Ну, очевидно, что кузнецу нужен молот и наковальня, а здесь какой-то слесарный, наверное, стол и пила. Теперь их надо поменять местами. Ну, неплохо, неплохо. Я люблю такие задачки, если честно. Так, это хорошо.
Так, сцена поиска. Конечно. Не забываем про это. Генератор. Собери сам. Помню журнал, когда такой выходил в Советском Союзе. Собери сам, сделай сам. Там много таких, кстати, интересных штук показывали. С инструкциями. Так, ну все, генератор готов. Теперь можно открывать, получается, ворота. И мы отсюда уезжаем. Наверное, едем в наш магазин. Так, соедините одинаковые предохранители проводами. Провода не должны пересекаться. Так, второй уровень сложности. Смотрим, что здесь. Так нельзя, да, чтобы сразу ты по краю шел и... Третий уровень. Так, дальше. Все, ворота открыты. Ashton, I'll be all right. You be careful, too. Okay, good luck. Так, родной дом, друзья. Главное здесь вот эти все морфинг-объекты найти, кусочки там... И все остальное. Морфинг нашли, коллекционку нашли, этот нашли. Все, наверное, тут... Все, да. Все быстро, красиво. Желтый платок. Александра, я должен поехать в Нетвилл, чтобы остановить надвигающуюся катастрофу. В моей базе данных ты найдешь всю необходимую информацию. Так, ну естественно, как же иначе? Угу. Как обычно, все разобрано, но она же разберется. Ледяная перчатка временно понижает температуру. Антикварный магазин Андерсона. Очиститель для всех типов пятен. Растворяет и удаляет даже высохшие чернила с любой поверхности. Вечная батарейка. Вот помните, друзья, я про это вам и рассказывал, что и в прошлой части, по-моему, даже в начале этой, в первой части прохождения, что почему ты не берешь с собой предметы на постоянной основе, то есть вместо фамильяра где-нибудь вот тут вот расположить или здесь, там пару-тройку артефактов, которые... помогут тебе в твоих расследованиях. Это же круто! У тебя есть замечательная возможность пользоваться вещами не в своих целях, а в целях расследования. То есть ты себе облегчаешь жизнь, и нам ее делаешь немножко веселее. Но нет. Так, что не хватает? Тебя ж не хватает, нет? Так, тут мы все пошарились. Здесь все понятно. Тебя сумку. А ключ от мастерской. Сейчас цена поиска будет, скорее всего. Да, да, вот я думал, появится он или нет. Маркиз де Лапла. Знакомьтесь, друзья, кто не играл в первые две части. Это такой вот
персонаж чем-то, вот я сравнивал его с Ричардом, но правда с нами он не путешествует, но это ходячая энциклопедия. Need to fix the keeper's device as soon as possible. Oh, let me help you. I think that's everything you need to repair it. Задняя панель, антенна, клапан, датчик, дисплей. А, замечательно все. Он что-то от меня походу хочет, да? Вот я жму и не жмет, слушайте. Он 4 часа вот это вот зачеркивает. Так, что там еще остался? Антенна и задняя панель. Где-то чертова антенна. А вон валяется. Не магазин, а какой-то бедлам. Рано, да? Сверху, что ли? Где-то это ставилось. Ну, помню, что снизу была эта штучка. Ну, прощай, мы с тобой все реже и реже видимся. В прошлой части даже немножко поинтереснее было. В первой так вообще замечательно. Так, поиск информации в базе данных. Дом Мура — опасный артефакт. Он ищет себе хозяина и препятствует его уходу. Проблемы: из дома были вынесены вещи. Для нейтрализации верните вещи в дом. Так, вставьте фото. Сюда, да? Так, найдите различия. 0,7. Очень, кстати, интересно. 27 лет... Ой, 27. 37 лет разница. 1. 2. Так, то есть вначале надо вернуть вещи на место. Эти вещи куда угодно могли увезти. Место Нетвилл, место Нетвилл, место Нетвилл. Похоже, артефакты, созданные домом, находятся в Нетвилле. Пора отправляться в город и найти их. Жесть, конечно, интересный артефакт. А если уже артефакты находятся в этом поле, внутри этого поля? Attention! All citizens must evacuate the city to avoid the effects of the strange phenomenon. Так, вот спрашивается, где носит дядю Пол? Ох, уверенно, он ищет один из артефактов, созданных дом. Откуда он мог знать? Факт здесь. Стойте, спешить не будем. Так, это морфинг. Кусочек пазла. Это не коллекционка, вот это может быть. Коллекционка. Ох, тут делов-то, друзья. Куча просто. Ну, мы начнем, потому что сегодня мы явно все это не успеем. Игрушка довольно продолжительная. Так, ледяная перчатка. Мы, как помните. Только не одноразовая. Это вы серьезно? Одноразовое это. Ой, на что ж ты берешь не то, что я беру. Так, синий краситель. Так, лишилась пятачка. Да, пятачка. Угу. Так, фарфоровая чашка. Как всегда, у нашей дамочки нету денег.
За что ж ты живешь? Как ты кушаешь вообще? Так, тут пусто. Тут все. Ну, сходим давайте сюда. Может, что интересное найдем еще. А вот и граммофон, но пока он играет, к нему нельзя подходить. Его звук повергает людей в отчаяние и лишает воли. Мне нужна защита, чтобы я не могла его слышать. Так, это коллекция была. Что-то я сразу не понял, что я взял. Так, и здесь все отлично. Действуем дальше по ситуации. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Честно, не так уж и просто, как это кажется. Может, здесь девушки бы кайфовали от такого поиска. Но я как-то к этим украшениям отношусь довольно прохладно. Блин, я ничего не вижу. Как вы можете в этом что-то? Я ничего не вижу. Не вижу этих я ничего, блин. Это жесть просто. Где там это кольцо было? Я ж видел тебя, нет? Или это другое, блин? Какой кошмар, это хуже, чем цвета. У меня уже от этого голова болит. Ой-ой-ой-ой, думал, все, я уже обрадовался. Что она делает? Ага, добирается до чего-то. То есть тут все спрятано, абсолютно все. Да, это жесть, это жесть, это жесть просто. Так, как это пройти? Я не понимаю. О, ключик какой-то. Ключик надо срезать. А, предметы ж можно брать. Так, вот, все логично. Вот это я люблю, вот это интересно. Еще в хлам этот магазин разнести просто супер. Все готово. А, еще что-то? Охота за пружиной называется сцена поиска. Дело о пропавшей пружине. Так, а это что такое? Специальная карточка доступа. Ну, выглядит не очень страшно. Видимо, будем какие-то сопоставлять. Ой, там цвета какие-то неинтересные. Не хватает декоративных ключей. Да и пусть не хватает. И двери у нас нету. Вскрыть замок. Чем? Пружиной ты будешь его вскрывать? Знаю. Так, что здесь? Так, нету локомотива. Нету яблока, нету груши. Слушайте, у нас столько предметов, а ничего не берется. Что-то подозрительно это все выглядит. Чувствую, добром это все не закончится. Синий краситель. Так, что-то я упускаю. Предметов вроде взяли много. Так, а что я тут взял? Я тут, по-моему, чашку взял. Кстати, есть же идеальный пятновыводитель, если что. Там мы не взломаем. Тут тоже. Наверное, что-то где-то я тут могу уже сделать, мне кажется. Тут пятачок остался непонятный. Инструментов я не нашел. Денег как бы тоже не прибавилось у меня. Да. И чё я сюда вышел? Спрашивается. Пятен здесь тоже не наблюдается. Колпак этот взять можно? Нет. Круто, я выбежал на улицу, не зная, что делать. О, привет, а тебя я не видел. Белая лампочка. Угу. А с лампочкой можно сделать? Нет. Нельзя. Покрасить в синий краситель, то есть сделать какой-то ультрафиолет, типа.
есть обратно ее не вставишь уже, то есть не сюда. И не сюда. То есть вы предлагаете где-то эту лампочку внутрь? Ну, давайте попробуем, хотя я такого не помню здесь. Так, одну лампу желтым платком. Так. Переставьте абажуры, используя подсказки на основании. Так, пуговица, пятачок, арта-кассир. Замечательно. Найдите пары монет, соответствующие парам на замках вокруг поля. Замок с такой же комбинацией монет откроется, как только вы подберете пару. Ну, давайте начнем с совы. А в каком порядке, не важно, да? Слева направо, справа налево. Надо черепашку найти. Неправильно. Ну, черепашка здесь немножко другая. То есть тут как вариант может быть, что не все монеты сразу представлены, мне так кажется. Хорошо, вижу тебя. А такая муха или там скоробей, что это? Чё-то я не вижу такой мухи. А вот она. О, зашло, смотрите, супер. Так. Отлично, процесс пошел. Где крабик такой? Вот он. С чего начинал? Да, черепашку не ту выбрал, и все. Так, кэш, $3. Супер, магазин успешный. Не магазин, а мечта. Так, сейчас тут еще денег подберем, наверное, в копилочке. Естественно. По сусекам пособирали, друзья, немножко деньжат. Для того, чтобы купить это, надо было грабануть. Это в каких это за 3 цента и 50 центов? Ой, $3 и 50 центов можно было купить такую штуку. Чё такое? Звук граммофона, не попаду под его воздействие. Но нужно спешить, пока не села батарейка. Да, но мы-то вскрыть не можем. У меня остались шурупы. Вопрос, куда мне их использовать, эти шурупы? Вот я не знаю. Так можно же включить перед входом. Зачем ты сейчас слушаешь эту музыку, которая мне не очень нравится, если честно? Тут все, тут все, тут все. Тут надо вставки. Ага, шпилька, все замечательно. Я не фанат джаза, если, по-моему, это джаз. Не хватает мощи. И как его ослабить? Так, это морфинг, коллекционка.
Так, все. Терпите, друзья, очень интересную музыку. Привет, Чарли, я тут на днях арендовал старый дом и нашел в нем граммофон. Сомневаюсь, что он понадобится будущим жильцам. Я знаю, что ты коллекционируешь подобный антиквариат, поэтому посылаю его тебе. Благодарности не нужно, это просто мой подарок. Да уж, подарок хоть куда. Но кто-то, ну, в принципе, откуда он знал? Боже, какая музыка противная. Не люблю я такую музыку. Можно было что-то повеселее включить. Ну не повеселее, а хоть что-то поинтереснее. Быстрее, быстрее. Уже уши вянут от этой музыки. Быстрее, беги от этого ужасного звучания. Слушайте, я сейчас, по-моему, от него с ума сойду, а не от этой, от этого ужасного граммофона. По-моему, тут музыка в наушниках ужаснее, чем сам граммофон. Ничего не понял. А, ну все понятно. Одна жизнь, как всегда, друзья. Как настоящий русский человек. Пока в одном месте не окажемся, мы не начинаем ничего делать. Как и здесь. Сможем ли мы из этой попы выбраться? Ну, вроде не сложно пока, но сейчас-то быстрее все будет. Ой, как быстро-то. Две. Нет, еще две. Еще одна. Да нет, еще непонятно сколько. Ух. Все, сдохни. Ух. Все, вырубай эту дурацкую музыку. Граммофон больше не действует на людей. Теперь они просто спят и будут спать, пока я нейтрализую дом. Пора отправляться за следующим артефактом. Так. А пошарится? А пошарится? Ну ладно. Не хотите, как хотите. Хватает мощности, ну конечно.
Да подожди, артефакт, коллекционки не собрали, сейчас не до тебя. Соберу ли я их без тебя, интересно? По-моему, их даже не видно здесь. Морфинг остался, я его не вижу. Он где-то внутри этого кольца может быть, и фиг его найдешь так. Вон какая-нибудь картина там. Спокойно может меняться. И здесь все это. Вы знаете, друзья, так, сколько там по локациям получается? Давайте посмотрим. Три, ну это не полное, считайте, что еще 7 локаций. Я оставлю все это на следующий раз, потому что сегодня, очевидно, мы это не успеем пройти, а в следующий раз, вот где-то за час, плюс-минус будет само то. Вы знаете, в принципе, все неплохо. Действительно, игрушка стала интереснее. Я не могу ее каким-то шедевром назвать, но то, что герои ведут себя более разумно, поступки второстепенных персонажей тоже подчиняются нормальной логике, и мы используем какие-то артефакты, пусть и хоть как-то вот только один раз, но тем не менее, это все здорово. Посмотрим, чем закончится игра и какой будет бонус, но... На данный момент, как мне кажется, вот у разработчиков уходит сделать вторую часть лучше, точнее третья получается уже даже, третья часть лучше, чем первые две. То есть если вот следовать такой же логике, то четвертая должна быть вообще идеальной, какую-то черту общую подвести под эту всю историю. Надеюсь, это будет действительно впечатляющая часть. На сегодня все, большое вам спасибо за просмотр, играйте только в хорошие игры, всем пока-пока и до новых встреч.